Мои дорогие, привет! Как у вас дела? Как вы поживаете? Так, пчелы мерабаларна сусунс имсунс майер. Hello! Алена, привет! Как дела? Все хорошо у тебя? Детям всем большой привет! Так, Алена Сантали. Хочу показать вам немножко. Давайте сниму, покажу, потому что у меня нету видео, чтобы присоединить к моим любимым, да, видео. Вот, хочу немножко вам показать то, что мне привезла сегодня тетя. Это все мне передала моя дочь. Вот. Кстати, пчелы мерабаларна имсунс. Хочу вам такая хорошая штука для мела. Что-нибудь куплю и такая раз оставляю для мела. Думаю, надо туда положить мел. Знаете, как удобно. Ты бещеркой макачинчок, сербище. Это купила шоколадки. В общем, для этого. Что мне отправила доча? Так, она мне отправила много чего. Кызым гёндерди. Хедие бана. Отправила вот такой вот клиансирж на рисовой основе. Деле. Пиринчли. Bir şey yani bir okumam lazım. Böyle bir şey göndermiş kızım. Ona da soracağım bu ne. Вот такое отправила вещь мне. Доча моя. Младшая. Отправила вот такой еще пилинг. Гель. Böyle пилинг göndermiş bana. Вот. Это что у нас? Корейское производство. Все корейское. Отправила мне еще вот такой вот. Это что у нас? Это, знаете что? Милк. Молочный крем. Такой. Тоже корейский. Вот такой. Корея малы. Кызым. Хайди бана. Гендермеш. Чок тешекюрляр. Беным кызыма. Потом она отправила мне вот такую вот штучку. Косметика для мамы от дочери. Вот такая штучка, она тоже корейское производство. Вот такое. Вот. Это что еще я не изучила, но, конечно, это все для лица. Юзбаком. Коремалны. Кызым гендерди. Так, еще отправила мне вот такие вот маски. Основа улитка. Отправила вот такие маски. Сколько здесь штук? Посмотрим. Пели маски гендермиш бана. Фалангус мутиены дьёпаны. Так, отправила мне сколько штук? Здесь у меня 5 штук. На седьмом небе от счастья. Ой, столько всего, я так люблю подарки получать, кто бы знал. Вот, но дарит мне мои дочки только, да? Так, отправила еще лекарства, я просила лекарства. Гепарин отправила. Это все у нас от морщин. Отправила бодягу, я просила ее, от пигментных застойные пятна, синяки, угревая сыпь, туда-сюда, короче, пригодится. Метилурацил отправила, что-то я здесь не вижу одного. Здесь должно было быть еще что-то. Нету его, я так его ждала, но его нету. Немез. Это обезболивающее. Цинковая мазь. И мое, да, такое, как его там, палочка-выручалочка от аллергии. Ларатадин. Вот. Отправила мне цитрамон 2 пачки. Сейчас чихну. Ой. Активированный уголь. Секундочку.
думала, чихну. Активированный уголь. Бубизмил илачлорамы сианы. Гендарды кызым. Антигриппин. Ну и так, сиропчик от кашля. Вайфекс отправила. Это, вы знаете, все-таки привыкшая уже как-то к своему, да. Поэтому заказала ей. Вот столько мне, в общем, доставила моя тетя. И еще глину же она привозила, помните, 5 килограммов. Вот. Ну что, покушаю прям любимый свой мелочек. Хочу поесть, честно скажу, знаменский. Очень хочу, очень. Знаменский. Давайте я так для красоты что-нибудь поставлю, да? Чтоб совсем не было скучно. Вот так вот. Как-нибудь. Для нашей витрины, да? Знаменский. Вкус божественный. Мне нравится, что я ем медленно. Девчонки, он такой вкусный, я тоже хочу посмаковать, честно. Быстро жевать. Не глотая. Тоже могу, конечно. Но это реально вкусно. Запах метро. Сухой. Хруст. Вообще идеальный. Это так вкусно. Так вкусно. Хочу здесь что-нибудь взять, съесть. Эверест есть. Напудренный такой, супер напудренный, сухой Эверест.
Супер сухой. Привкус похож на знаменки. Немножко. Но хрустит меньше. Воду попила, а теперь что стал вкус талой воды. Вообще шикарный мел. Жевать пришлось бы долго. Вы не любите. Пришлось бы без вас пожевать. Но это вкусно. О, козырку взяли. Тады. Супер, супер, супер. Еще купила, знаете что? Пакеты. Сейчас покажу. Так. Ну и где это все это дело? Тут у меня, в общем, есть такая, в общем, столик, и тут у меня такие задвижки. Ну, фиг с маслом открою, что это, да, дело. Ну и что вот? Ну как так можно приклеить, что я не могу открыть? Ну, как это? О чем думали, когда клеили, а? Не знаю, о чем. Точно не обо мне. Вот. Ой, эти весы только за день, они сразу начинают работать. У меня тут и весы, и молоточек, и пакеты, и... Как это называется?
общем, есть все. Вот заказала, пакеты мои пришли. Вот заказывала пакеты. Она все. Вот такие пакеты. Заказала 3 размера. Вот этот размер тоже хороший. Еще один. Они каждый по 100 штук, представляете? Заказала я их. Вот этот вообще у меня большой. На 2 сложенный. Представляете, сколько он? Прям для 1,5-2 килограмма, я думаю. Супер просто. 19 на 25. Бели пошет с паршвердом. Гельди. Это у нас 15 на 18. И вот этот 11 на 14. Еще. Ой, что это такое? Землетрясение, что ли? Боже. Еще этот. У меня есть пакеты. Помимо этих пакетов, ну, они на грани уже заканчиваются почти, и я решила заказать. Вот. Ой, как было вкусно, девчонки. Вообще, вообще райское наслаждение. Когда покушаешь, это потом такое блаженство. Аленочка, дорогая, я тебе немножко отправлю. Да. Сегодня была... Расскажу немножко. Сегодня прилетела тетя с Анталии. И мы с ней там ходили, бродили, гуляли, в общем. Вот. И она мне это все привезла. Вы не представляете. У нас все было бегом-бегом. Вот все. И она обратно улетела сегодня. Вот. Было очень приятно видеть тетю свою очень. Ну, когда вот... Не то, что когда, а... Есть человек по душе... И пообщаешься, и как-то, ну, вот так хорошо становится. Не знаю, как будто мама увидела. Такое чувство у меня сразу. Вот. Дай Аллах ей здоровье. Очень хорошая у меня тетя есть. Очень хорошая. И никогда ни в чем не отказывает. Она мне привезла вот глину 5 килограммов. Вот это все. Бедненькая, это все таскала, это, честно. 1000 раз благодарна ей. Тетя Асия, большое-большое вам спасибо, что вы мне привезли столько всего. И что вы никогда не отказываете мне, честно. Я вас очень люблю, очень уважаю. Вот, и желаю вам здоровья, чтобы у вас всегда все-все было хорошо. Вот. Как-то так, мои дорогие. В общем, я ее встретила с аэропорта, потом обратно в аэропорт проводила. Мы чуть не опоздали на самолет. Ужас, у нас осталось только до закрытия 10 минут, вы представляете? Это вообще трагедия. 10 или 15 минут. Ой, как мы бежали с ней, чтобы пройти этот паспортный, эти все дела. Вообще, и успели, слава богу. Прям так переживали. Вы знаете, мы ехали туда на такси. И оба с ней смотрим. Прям в дорогу смотрим. Вот нам только руль и дай. Ужас. И, в общем, водителю я говорю, давайте быстрее, у нас самолет улетит. И он прям, да, да. И дакает. И, вы знаете, вот встанет сзади какого-нибудь автобуса и стоит. Мы с тетей тут, короче, давайте направо, давайте этот, короче, супер указатели были, наверное, ему так на нервы действовали, ну ладно. Ну, спасибо ему тоже большое, он успел, в общем, нас довез до аэропорта, слава Аллаху. Вот, пробки были такие вообще, от одного светофора только уедешь, второй светофор опять пробки. Вот так было 5, наверное, светофоров точно, или даже 6. Вот, ну ничего, потом он как помчался, и слава Аллаху, мы доехали, все нормально, и проводила я ее, вот, и было вообще хорошо, так по душам пообщались, очень было хорошо, вот, она у меня приезжает редко, но приезжает,
Вот такие вот дела. И я такая, вот, не переживай, если я в следующий раз приеду, я тебе опять привезу глину. Вот честно, это единственный человек, который так может сказать из моих родственников. Вот честное слово. У меня есть одна двоюродная сестра, сестренка. Это было, ну, это было давно, лет, наверное, 5 назад. И когда ее попросили привезти, у нее было свободные килограммы, свободные, то есть багаж. И она не взяла, представляете? Она сказала, я не хочу возиться. Я была в шоке. Ну, потом, какие могут быть отношения? Вот. Как так? Все разные. Дай Аллах, чтобы все были подобрее. Вот. Так что, мои дорогие, мы с вами увидимся. Люблю вас, целую. Подписывайтесь, ставьте лайки. Немного потерпите. У меня будет, конечно, очень шикарное потом видео. Но сейчас вот по мере возможности снимаю, потому что пост держу. И после, как наешься, как не знаю кто, и как арбуз лежишь. Ой, это вообще ужас. У меня стопа нету. Знаете, как рот откроется, можно кушать в 7:30. Все. У меня все подряд заходит. От сладкого до горького. От кислого до не знаю какого. В общем, я ем все подряд. Вы не представляете. Я тут же ем, например, горячее блюдо. И тут же могу поклевать и торт. Да. Сразу поесть. Тут же орешки могу съесть. И опять продолжать есть горячее блюдо. Но это вообще атас, короче. Оторви и выкинь. Вот, дай мне волю. Вот так я начинаю кушать, когда начинается трапеза. Ну, а потом, что я могу поесть? Вы представляете, да? И у меня уже такое желание, я вчера не могла просто. И у меня такое желание уже, я хочу мел, уже не могу. И сегодня думаю, нет, надо съесть. Хоть я буду сыта, я должна съесть. Потому что уже начинает у меня вот эта вот трясучка. И сейчас поела, мне вот прям хорошо стало, действительно. Так что, мои дорогие, мы с вами увидимся. Я прощаюсь с вами. До следующего видео. Так и первым герущерис, а первым севером, абони олум. Лайк от арсам смену на лоджам. My dear, thank you. Bye-bye. Увидимся мы с вами еще.